И дождаться печати билета. Все, проезд оплачен. На несколько минут стать самыми настоящими пассажирами и кондукторами. Ребята этого 4 класса еще пока ездят на автобусах и маршрутках с мамами и папами. Но впереди уже самостоятельные поездки. Поэтому для них в 148-й школе провели мастер-класс, где рассказали, как правильно вести себя в общественном транспорте. Многие ребята младшего школьного возраста уже начинают самостоятельно двигаться в автобусах, в общественном транспорте. Задача школы заключается в том, чтобы сохранить жизнь детей. Сначала общие правила. Как правильно выходить из автобуса, кому уступать место. Затем ребятам на практике показали, как оплачивать проезд. Родители говорят, урок очень своевременный. Время подходит, дети взрослеют, и время подходит, что они будут сами пользоваться транспортом. И это очень актуально. Мне очень понравилось, что нам подробно все объяснили, как надо, например, оплачивать проезд в транспорте. Игра – это ведущий инструмент и ведущий вид деятельности детей, поэтому весь предлагаемый материал успешнее заходит. После мастер-класса детишкам дали задание – написать письмо водителям общественного транспорта. В нем они расскажут о том, что усвоили на уроке. Эти письма станут для ребят билетом в музей, посвященный истории самарских автобусов. Никита Борисов, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События.